2 месяца находился в информационной блокаде и не владею ситуацией. Нет, ну о самочувствии сказать можно? Без комментариев. Тебя как вас зовут? Сергей Злобин. Каховка. А как вы попали? Как вы попали в плен? Могу сказать одно. Дома и хорошо. То есть вас пытали, Павел? Без комментариев. Следователи, может, предлагали вам сделать? Позже. Все скажу позже. Может, вам предлагали какую-то высокую должность в обмен на то, чтобы вы перестали... Я позже отвечу на все вопросы. На сегодняшний день без комментариев. Ладно, хотя бы если вы славянские останетесь или боитесь, да нет? Я позже ответ. Может, хотели бы что-то рассказать журналистам? Мир, что это? Я все позже скажу. Понятно. Спасибо вам большое за то, что показались, за то, что живы-здоровы. Все, спасибо вам. Будет все позже. Спасибо вам.